У разных народов этот вид борьбы и называется по-разному. Его называют и куреш, и куреш, и кураж, и куряж, и кореш. Это традиционные виды борьбы у тюркских народов. У башкир, татар и чувашей она представляет собой борьбу на полотенцах, закидываемых на пояс противника, и является важным элементом национальных праздников. Время появления борьбы куреш точно неизвестно. Состязания устраивались по праздникам во время свадеб, больших торгов. Суть этой борьбы – это чистые броски считается. Два спортсмена одевают пояс, и до победного броска соперника бросает вот на лопатку, там, только спиной он должен касаться мата. Дата 24 января 2003 года стала исторической для борьбы куреш. На 22-й Генеральной Ассамблее Олимпийского Совета Азии куреш был признан в качестве официального вида спорта со стороны этого континентального подразделения Международного Олимпийского комитета и стало возможным включение его в программу азиатских игр, континентальной модели Олимпийских игр. В настоящее время проводится активное развитие национальной борьбы куреш в Украине. Открыто порядка 10 школ по всей территории страны. Проводятся турниры и общая пропаганда национальной борьбы.